Ребята, всем привет! Вы только посмотрите, какая у нас обалденная зима в этом году. И в такую погоду зимнюю я очень люблю готовить вкусные пироги. Поэтому сейчас мы займемся вам с вами вкусным рецептом. Сегодня я решил приготовить очень вкусный закрытый мясной пирог. Всю граммовку я напишу в описании, как обычно, под видео. Посмотрите. Значит, что нам сегодня понадобится для приготовления? Это мука. Взвешивал я ее в таком стакане. Так, муку обязательно нужно просеять. Дальше понадобится сметана, масло сливочное, разрыхлитель, соль. Начинка у меня фарш. Фарш я заранее пожарил до полуготовности. В него добавил лучок и перчик. Больше ничего, никакой лишней приправы. Также понадобится разъемная вот такая форма. Я застелил ее пергаментом с силиконовым покрытием. И, собственно говоря, емкость для замешивания теста. Сейчас займемся приготовлением теста. Так, выкладываем сначала всю сметану в миску. И растопленное сливочное масло. Вот так. И, конечно же, не забываем про соль. И теперь соединяем все венчиком. Порционно добавляем муку и обязательно разрыхлитель теста. У меня целый пакетик, это где-то 10 грамм. Все, замешиваем тесто. Ну вот, тесто у вас должно получиться примерно вот таким. К рукам оно не липнет, видите? Все, теперь я его делю на две части и начнем уже выкладывать его в форму. Большую часть теста я выложил на низ. Сейчас я его разровняю и сделаю бортики. Теперь на тесто я выкладываю начинку. Как только ее выложу, сразу накрою ее оставшимся тестом. Ну вот, примерно вот так вот у меня получилось выложить начинку. Есть бортики и очень много начинки. Я люблю, когда начинки много. Тогда пирог получается сочный, насыщенный. Сейчас накрываю тестом и продолжим. Я заранее придал форму теста на разделочной доске. И сейчас просто переложу ее на фарш. Теперь вилочкой делаем небольшие отверстия. Взбиваем желточек с белочком, берем кисточку и хорошенечко промазываем. Пирог отправляю в духовку, заранее разогретую на 200 градусов, где-то минут на 40, а там уже будем смотреть по готовности теста. Ну что, мои хорошие, вы только посмотрите, какая красота получилась. Ровно 40 минут в духовке. Тесто все пропеклось, аромат невероятный, фарш, посмотрите, сколько много начинки. В общем, рецепт этого пирога мясного записывайте и делайте, ребята, это просто невероятно вкусно. Всем желаю приятного аппетита и прекрасного настроения. До новых рецептов, всем пока-пока-пока.